Сейчас мы находимся в пункте сбора факелоносцев. Таких пунктов по Москве несколько, но на Васильевском спуске основной, буквально в 200 метрах от меня, пройдет старт олимпийской эстафете. Откроет это путешествие пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова. За час до старта первые факелоносцы, среди которых Шамиль Тарпищев, Ирина Роднина, Геннадий Зюганов, собираются в пункте на Васильевском спуске, чтобы заполнить документы. Все заметно волнуются в ожидании инструктажа перед забегом. А в сторонке лежат факелы, в которых совсем скоро вспыхнет олимпийский огонь. Такое ощущение, что открываем олимпийские игры в Сочи. Не, ну реально, потому что когда со стороны смотришь, я много видел таких моментов в жизни. Но когда сам в этом участвуешь, это в нашей стране, это единственный шанс, что это в жизни, да, то, конечно, такое волнение, как будто ты выиграл или тяжелый матч, или участвуешь в что-то необычайное, такой все время эмоциональный подъем. Этого исторического события ждали все. Еще задолго до начала праздника на Красной площади стали собираться зрители. Занимали места поближе к сцене, чтобы не пропустить ни единого мгновения из новой истории нашей страны. Олимпийский огонь пройдет по улицам и площадям Москвы. Побывает в МГУ, в парке Горького, в Лужниках и на площади Европы. В этом празднике примут участие сотни тысяч москвичей. И сегодня здесь, в Москве, мы даем старт эстафете олимпийского огня. Это означает, что мы вступаем в последнюю, заключительную стадию подготовки к олимпийским играм. Из рук мэра столицы горящий факел получила легендарная спортсменка Анастасия Давыдова, которая с символом Олимпиады в руках направилась к другой легенде – гимнастке Светлане Хоркиной. Я думаю, что сомнений в выборе этого почетного первого этапа не было ни у кого. Олимпийское волнение. Вот я испытала те чувства, которые я испытывала 5 раз, выходя на подиум для своего олимпийского выступления. И, конечно же, для меня это очень почетно стать первым факелоносцем из целых 14 тысяч факелоносцев, которые пробегут по территории всей нашей необъятной Родины. Поэтому, конечно же, из рук Сергея Семеновича Собянина было очень приятно получить факел. И вот вы здесь видите 001. Эти эмоции останутся со мной навсегда. Эстафета олимпийского огня в самом разгаре. Факел уже пронесли по Москворецкой и Котельнической набережной. Буквально через 10 минут маршрут пройдет через Раушскую набережную. Сюда приходят горожане, чтобы посмотреть на это историческое событие. Этот участок для олимпийского огня оказался непростым. Несколько раз он потухал. Ситуацию спасали волонтеры, которые сопровождают факелоносцев на протяжении всего маршрута. Кстати, факел перестал гореть и накануне. В руках 17-кратного чемпиона мира по подводному плаванию Шаварша Карапетяна. В оргкомитете Сочи 2014 заявили, что огонь потух из-за не полностью открытого клапана. 15 тысяч факелов, участников. Всякое может быть, но мы не беспокоимся, потому что у нас есть резервный огонь и привезенный специально из Олимпии, из Греции. Даже если что-то случится с факелом, все равно мы от этого резервного огня его зажжем. Это не проблема. Но эта ситуация не омрачила олимпийскую сказку. Болельщики рассредоточились по улицам столицы и, несмотря на погоду, ждали факелоносцев по несколько часов. На Крымской набережной эстафету принял народный артист Владимир Зельдин, который через 4 месяца отметит свой 99-й день рождения. По словам легендарного артиста, пробежка оказалась легкой. Он мог преодолеть и больше, но нужно было передавать огонь следующему факелоносцу, которым стал телеведущий Максим Зелинский. Я поклонник спорта. Не болельщик, поклонник. Потому что у нас много общего со спортсменами. У меня много друзей среди хоккеистов, футболистов, баскетболистов. Поэтому я всегда очень переживаю, когда мы как-то неудачно выступим, но
я думаю, все впереди еще у нас. После Москвы и Красногорска олимпийский огонь пронесут через Тверь, Смоленск, Калугу, Тулу, Рязань, Владимир, Иваново, Кострому и Ярославль. Затем факел отправится на северо-запад страны, оттуда в северные регионы и на Дальний Восток. Огонь увидят жители Поволжья, потом он вновь прибудет в Центральный федеральный округ, охватив Центральное Черноземье и соседние области. Сначала огонь Олимпиады увидят в Тамбове, затем в Липецке, Орле, Брянске, Курске, Белгороде и, наконец, в Воронеже, откуда символ Олимпиады отправится на юг страны. Огонь опустят на дно Байкала, он побывает на вершине Эльбруса, а также в открытом космосе. Завершится эта грандиозная эстафета 7 февраля в Олимпийском Сочи.